Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика я хочу посмотреть вам инстаграм своего друга. Его в инстаграм увидите сейчас на экранах. Очень годный инстаграм. Там, кстати, выходит множество фоточек со мной, поэтому можете смотреть, подписываться. Видите на экране название его инстаграма, и я его оставлю в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на серии Родина Релиплей Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня у нас новая серичка, едем сейчас на 8 бит за рулеточками, потому что нужно бабосики на тюнинг этой тачки. Возможно, сейчас какую-то серебряную рулетку выбьем, и нам что-то выпадет годное, возможно нет, возможно да. Конечно, желательно бы золотую рулетку купить бы, потому что там намного больше денег выпадает. Ну, я думаю, так тоже будет неплохо. Покурим сейчас пару леточек, если там их продают. Опа. Я сегодня на Audi. Mercedes я не брал сегодня, потому что Mercedes будет в следующей серии. Подробно его посмотрим, что, как и зачем там. Но то, что он так едет, меня на самом деле очень даже удивило. Так, давайте здесь остановим нашу машинку. Так, золотая рулетка, 8 штук. Ни хрена себе, блядь, мажорчик. Так, бронзовая рулетка, 4 штуки. О, давайте заберем эти 4 штуки и все. Все, забрали эти 4 штуки. Бронзовые рулетки, или какие там были, или серебряные. А, бронзовые. Блин, я их дорого купил, вот я дебил. Ладно. Так, здесь ничего нету, блин. Я тупанул, я думал, это не бронзовые рулетки. Вот, 50 тысяч одна рулетка бронзовая есть еще. Так, покрутим сегодня пару бронзовых рулеток, я думаю. Пиздец, я что-то тупанул реально, думал, это серебряные рулетки. Типа по 100 тысяч, я еще так схватился за них. Бронзовые рулетки, послушайте, ты что, ебанулся? Что так дорого, Вася? Что-то бронзовые рулетки продавать дорого. Блин, по 30 тысяч чувак продавал бронзовые рулетки, я манал просто. У меня доната нету случайно, так, донаты. О, есть, так. Покупка игровой валюты. 33. Опачки, тапочки. Так, братан, я к тебе. Так, две штуки забрал еще. Все, нормально. Блин, ты FPS, конечно, лагает, пиздец, пацаны, извиняюсь. Все, заебись, забрал, короче. Сколько у меня бронзовых теперь? Может, мы-то купимся даже. Так, не то. Так, ежедневная рулетка. 8 штук, я думаю, хватит, короче. Теперь давайте отъедем и пойдем покрутим. Так, я отъехал вот на такую площадку. Давайте будем крутить. В принципе. Надеюсь, там деньги больше всего выпадут. Я на площадочку специально отъехал. Чтобы нам никто не мешал. Так, давай, давай, крутись. Так, деньги, 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 деньги. Есть, да, 14 тысяч, ну такое. 14 тысяч, конечно, это маловато, блин, давайте нам по 40 тысяч хотя бы. Может, сейчас, кстати, уровень вкачать можно будет. Да, конечно, это не голд рулетки, но все равно их прикольно покрутить, на самом деле. Так, сколько экспихи? 2, блин, хотя бы 8 выпало. Было бы и то лучше. Ну ладно. Так, давай, 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 крутись. Вертись. Деньги, 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 ну. Обратно то же самое, да? О, 8. Вот это уже другой разговор. Конечно, мне не особо нужен этот опыт, но ладно, давайте. Пусть крутится, мутится. Причок вообще по 30 продавал, блин, вообще это выгодно было. А я по 100 купил, блин, 4 штуки. Вот тебе, конечно. О, 30 тысяч, это уже нормально. Это уже хорошо. Немного хотя бы свои деньги отобьем, в принципе, от этих рулеток, да? О, еще 8 XP. Так, сколько у нас 3 рулетки осталось? Все, крутим, короче. Крутим, крутим, мутим. Так, я вроде бы... Что-то она так быстро скакает, блин. XP, да? А, нет, 32 тысячи, хорошо. Еще одна остается. Вот это еще одна остается рулетка покрутить.
Конечно, печально, да, печально. Но я думаю, в принципе, не зря я это сделал. Сейчас по-любому я должен уровень вкачать. Это 100%. О, еще одна 8, да? Лол, это жестко. Так, давайте крутим последнюю. Какой-то чувак меня нашел. Либо это его дом, либо я хрен знает. 4000, все. Ноль. Да. 4000 нам выпало под конец, короче. Так, давайте заберем наши призы. Так, инвентарь рулетки. Экспих у нас выпало 3 штуки по 8. На. Хотя, может, я не вкачаю, блин, сейчас уровень. Так. Походу, не вкачаю, да? Ну, такое, блин. Давай. Не, походу, не вкачаю уровень. Сколько мне там надо, блин? Я думал, я сейчас качаю быстренько уровень, ага. Сколько мне еще надо там? Ого. Нихера себе. Ну, ладно, чё. Ну, блин, мы свои бабки не отбили, в принципе. Но я думаю, все же таки это было не зря. Мне на самом деле понравилось. Я люблю рейдку крутить, надеюсь, вы тоже. Поэтому ставьте лайки, пацаны. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.